И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в GTA San Andreas. И это четвертая миссия Прокопа, как он попал в Лос-Сантос. Садимся в тачку и едем. Значит, сейчас у нас три напарника получается, которые с нами поедут. Сори. Давай садись. Так, сейчас начинаем играть. Так, включаем сирену. Ну, блин. Как же полицейские разборки без сирены? Едем. Так, нам надо ехать куда? Сейчас посмотрим. Так. Проехали. Дальше. Доехали. Опа. Еще у нас и таймер есть. Окей. Давайте вот так вот поставим машину. Окей. Давайте. Давайте стрелять. Тут какие-то бандитские разборки, видимо. Давайте их мочить тогда. Опа. Как там все взрывается. Красиво. Так. Разбираемся со всеми врагами. Кого-то уже убили из копов. Так, все, никого больше не осталось. Никого не осталось? Да ладно, опа, тут еще остался. А где он? Там что ли где-то? Нет. Дом. Все. Так, а где еще? Так, убит. Давайте калашек возьму. Калашек. Так. Так, все, убился. По-моему. Так, у нас новая цель. Блин, они уехали! Быстрее в тачку, быстрее! Быстрее, в тачку, быстрее! Все, это все. Быстрее! Они сейчас уедут. Поехали. Интересно, куда они могли уехать? Погоня. Давайте погоняем. Так. Куда-то они уехали уже. Окей. Сюда что-то куда-то? Ладно, поехали сюда. Мочить их. Тихо будем стрелять. А, у меня же есть. Нет, теперь. Твою мать, меня валят уже. Так. Видишь? Твою мать, меня попали. О! Он убегает.
Все, убили. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Новасов. Всем удачи, всем пока.